Дорогие друзья, этот год совершенно необычный. Мы поздравляем вас дистанционно, но это не меняет сути моего к вам обращения. Удивительный год заключается в том, что, наверное, в отличие от предыдущих лет выпуска, когда мы напутствуем выпускников, желаем им стать хорошими профессионалами, этот год подчеркнул те основные качества, которыми вы должны обладать. Безусловно, вы получили знания, умения в ВУЗе, и, наверное, с опытом станете хорошими профессионалами. Но то, чему нужно учиться будет всю жизнь, и то, чем, наверное, вы пришли в ВУЗ, когда еще выбрали для себя специальность врача, это умение любить людей. И этот год показал как раз потребность именно в этом качестве, в этом филантропстве, в этом возможности приблизиться к тому слову, которое говорят о том, что врачи – это следующие люди после Бога. Когда во имя людей вы жертвуете собой, подчас в прямом смысле этого слова, для того, чтобы и спасти, и полюбить больше самих себя. Я желаю вам неотступно следовать этому правилу, и альма-матер, которая становится для вас стартовой площадкой, безусловно, вас в этом поддержит. С праздником вас! Я вас поздравляю и желаю стать настоящими врачами.